Всем добрый день. Это Москва, июль месяц. Я нахожусь у метро Некрасовка. Это юго-восток Москвы. Вот здесь прям туда показывает камера. Ландшафтный парк Некрасовка. Вот сейчас туда пойду. А за этим парком метро Некрасовка. Адрес: Рождественская улица, дом 29. Остановка: дом улица пустая, но я подожду зеленый сигнал светофора. Вот, собственно, сам ландшафтный парк Некрасовка. Вот это яблоко.
Самое. То самое. То самое, а где Надя? Парк совсем молодой, деревья еще невысокие. Лет через 5 здесь будет великолепно, мне кажется. Смотрите, там эстрада летняя. Впереди фонтан. Туалет есть. А впереди храм Покровский. Сейчас точно. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях. Беседочки такие интересные сделаны. Ну и вечером освещение есть. Висит светильник. Вот куда камера смотрит, там какой-то развлекательный комплекс. Потом туда схожу. Сейчас хочу в бассейн. Сухой бассейн. Очень модная тема стала в Москве. Уже во многих местах такой бассейн есть. Новоделы в основном. Красивый храм Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях. Сегодня будни, 24 июля, поэтому народу не так много, а время у нас 16:40.
спортивные площадки, воркаут, сетка баскетбольная, корзина. Так, ну что, здесь какой-то концерт идет. Ой, бабульки. Ведущий творческий коллектив города Москвы «Хор русской песни», Дом культуры «Заречье», район Некрасовка. Мы почти запели всю нашу программу, на сегодняшний день, конечно, имеется в виду. И хочется, чтобы в нашей стране скорее наступил мир. Поэтому мы решили в конце нашей программы исполнить песню «Дай Бог мира и счастья России». Какой-то. Так, а здесь-то что такое? А, бассейн. Здесь у нас бассейн. Вот, интересно. Так, прохода нет. Где проход-то? Через прокат, видимо, проход. Я так снимаю. Да, вот через это заведение, где прокат. Там, видимо, вход. Колясок подъем сделали на все. Ну, здесь кафе. Московские ярмарки. Сейчас еще к храму схожу, видите, метро. Да. Смотрите. Хочу посмотреть, нет ли здесь входа отдельного бассейна. Нет. То есть через здание прокат.
похоже. Ну ладно, я вот здесь сейчас пройду. Вот бассейн. Здесь вход в бассейн. Цветомузыка, вечер красивый должно быть. А, здесь перегорожен, значит, только с другой стороны вход. Беговая дорожка. Вывеска с другой стороны. Может быть, концертный зал какой-то. Либо спортивный комплекс. Ну вот храм вблизи. Покрова Пресвятой Богородицы. В Юбилейских полях. Так, что здесь такое интересно? О, бассейн. Значит, это спортивный комплекс. Храм, панорама. И я уже приближаюсь ко входу в метро Некрасовка. Некрасовская ветка розовая. Вот ход метро. Метро Некрасовка. Это конечная.
кольцо. И там куда вот. Вот еще раз храм. Покажу центральный вход. Прямо МКАД будет, налево распис защитников Москвы. И дальше Комсомольский проспект, примерно через полкилометра. А все равно там у них уточним. Что? Узнаем, там есть, нет. Ну что ж, на этом я заканчиваю свою прогулку. В районе метро Некрасовка, ландшафтный парк Некрасовка.